Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировская область вошла в тройку лидеров ПФО по доходам от леса. За первое полугодие 2023-го наш регион направил в консолидированный бюджет России 977 миллионов рублей. Это четвертая часть от всех средств, которые были направлены в ПФО за счет лесных доходов. Тройка лидеров в округе Нижегородская и Кировская области и Пермский край. Основная часть средств поступает за счет аренды лесных участков под заготовку древесины, организацию мест отдыха, строительство и эксплуатацию линейных объектов, заготовку дикоросов и другое. Как рассказал директор филиала «Рослесинфорго» Поволжский леспроект Павел Лебедев, на балансе региона из общей суммы осталось более 557 миллионов рублей. В местные бюджеты поступило более 36 миллионов, а более 382 миллионов Кировская область направила в федеральную казну. 9% расходов кировчан приходится на услуги ЖКХ. Этот показатель ниже, чем в прошлом году на 1,5% и ниже, чем в среднем по стране. Наш регион оказался по нему на 23-м месте. Рейтинг составили эксперты РИА Новости. Они отмечают, что значение показателя в субъектах России изменяется в диапазоне от 6 до 13,5%. При этом жители 48 регионов тратят на услуги ЖКХ не более 10% своих потребительских расходов. Самый высокий процент расходов на ЖКХ в северных регионах страны, что можно объяснить высокими затратами на отопление. Так, если в Кировской области сумма составляет около 4000 рублей, то в Магадане и на Чукотке она в 2,5 раза больше. В эфире «Экономика». 5% кировчан ненавидят своих начальников. Об этом они рассказали во время опроса, проведенного специалистами сервиса «Суперджоб», которые узнавали, как работающие жители Кирова относятся к своему непосредственному руководству. 47% его уважают. Причем женщины испытывают такое чувство чаще мужчин. 36% горожан высказались о безразличном отношении. Симпатию к руководству испытывают 6% опрошенных, 2% – любовь. А 5% респондентов признались, что ненавидят своих начальников. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».